Я решила записать видео, где я, собственно, рассказываю про пост, озвучиваю глаголы, пост про кластеры. То есть идея такая, мы можем изучать глаголы или слова отдельно, а можем, если получается, изучать их кластерами, то есть некими группами с однородными элементами. Здесь общие элементы — это приставка miss. То есть мы берем глаголы, приставку miss, добавляем и меняется значение. Miss означает wrong или bad, неправильный или плохой. Погнали. Первое. To hear — слышать. To mishear — ослышаться, неверно услышать. Причем ударение все время падает на второй, на главный глагол, не на приставку, а на глагол. To mishear. I misheard what you said. Я неправильно услышал то, что ты сказал. Я ослышался. I misheard what you said. To inform — информировать. To misinform — неправильно информировать, дезинформировать. The parents were misinformed about the incident. Родители были неверно проинформированы об инциденте. To interpret — толковать. To misinterpret — неверно истолковывать. His words were misinterpreted by journalists. Его слова были неверно истолкованы журналистами. To lead — вести, слово лидер, да? To lead — to mislead — вводить заблуждение. Это очень близко к misinform. They were naive and easily misled. Они были наивными, и их легко было ввести в заблуждение. To spell — писать по буквам. Spelling — это орфография. To spell — to misspell — неправильно писать по буквам, то есть делать орфографическую ошибку. Sorry, I misspelled your last name. Извини, я сделал ошибку в твоей фамилии. To understand — понимать. To misunderstand — неправильно понимать. Maybe I misunderstood you. Может быть, я тебя неправильно понял. Не путаем с недопонимать. Они очень близки. Недопонимать — not to understand completely. To read — читать. To misread — неправильно прочитать. Прочесть неверно. I misread the one as a seven. Я неправильно прочитал, я принял единицу за семерку. I misread the one as a seven. To use — использовать. To misuse — неправильно использовать, злоупотреблять. The apostrophe is often misused even by native speakers, even by native English speakers. Апостроф неправильно используется даже носителями языка. И второй пример. She misused company funds. Она растратила, не туда потратила деньги компании, company funds. Можно еще это переводить как вот нецелевое использование. Она использовала не по назначению. She misused. To quote — цитировать. To misquote — неверно цитировать. Misquote. She misquoted Shakespeare. Она неправильно процитировала Шекспира. To guide — показывать дорогу. To misguide — наоборот, сбивать с курса, неправильно направлять. Your inner voices will never misguide you. Твои внутренние голоса никогда не собьют тебя с курса. Имеется в виду intuition, я думаю, что интуиция. Your inner voices will never misguide you.